Продолжаем эпопею с Опелем. Здесь на краю элемента, к сожалению, двойной и тройной металл. Вот здесь я попробовал, прощупал. Вот как раз вот эта часть выходит сюда, но здесь залазил и слышно, что здесь металл двойной. Вот, поэтому хочешь не хочешь, вариант один, делать только делать клеем. Вот такая красотень у нас. Ну ничего, а что делать, будем ковырять. Вот при помощи клея, вот он у нас клей, вот турецкий Акфикс называется. Все это выдергивается. Так, как же снять тебя? Вот. Вот. Вот она такая. Да что ж такое, а? Вот такой вот айсберг выдернул я. Сейчас надо разбить и постараться от центра к краям, чтобы вот эта часть внутри, которая как бы в ямке получается, чтобы она получилась ровная. Вот разбивать надо так примерно, как мы чистим кожуру бананчик. И как раз получится все ровно. Вот она, наша вмятина. Разворачивается она не так, как хотелось бы. Да что ж такое, автофокус-то хочет наводиться. Вот. Тут придется, наверное, не раз ее. Вот автофокус что-то не автофокусится. Вот. Острой складкой пошла. Надо еще не раз, не два разворачивать ее. Нянчить, короче, надо. Не хочет она. Продолжаем выходить. Клеить и помогать немножко. Вот мини-лифтер в помощь взял. Вот. Получается, получается. Вот. Добились, так сказать, того, чего хотелось. Вот. Сейчас разбиваем и привет. И все будет гладко. Вот потихоньку осталось только вот эту ямочку поднять. Эту шишку забить. Потихоньку разведняется. Попробуем снять. Не идеально, конечно, получилось. Вот тут вмятинки подоставались. Вот, ну, для сравнения я положу рядом спичку. Просто уже желания нету сражаться с вот этими вмятинками. Я же еще раз говорю, была бы возможность крючок туда завести под вмятину, и все было бы красиво. А так я нянчился клеем. Ну, я думаю, что так заметно на белой машине этот дефект не будет. Все, продолжаем дальше. Хорош уже нянчик. Пошлись. Теперь вот у нас правое заднее крыло. Казалось бы, вот практически вот я вертикально снимаю камеру, веду. Почти отвесная часть. И вот такая вот красотень. Вот. Понятно, что небольшие тут чиркнуты, но все равно. Жалко машинку, однако. Вот такая вот беда. Вот что творится. Были вмятины. Теперь стали шишки снимать. Я передвинул эту самую лампочку, чтобы поудобнее. Сейчас снимать неудобно. Ну вот видны все вмятины, которые как бы не выдернулись. Некоторые выдернулись довольно-таки хорошо, а некоторые
Вот тут три штуки с края, вот они. Раз, бликует, два. Там дальше три. Вот что делать. Ладно, пока что забиваем. Потом продолжим дальше все остальное. Опять приколюха с цифрами на канале. 777, 288, 233. Ну прям красота. Вот. Шутки. Это все шутка. Но тем не менее приятно, что людям нужно то, что я делаю. Люди смотрят, подписываются. Всем все спасибо. Бы нормально, все бы ничего, да. Ну вот не все вмятины выдернулись. Вот. То, что как бы там я выдернул шишки, я их вот позабивал. Вот тут-то, как говорится, все нормально. А еще раз, два, три, четыре, где-то пять. Надо повыдергивать. Ну, вот они видны тут. А так все нормально. Вот если особо с микроскопом, как говорится, не бегать. Вот это все нормально. Вот как-то так. Еще полирнуть и будет зергут. Вот так. Ну вот, в принципе, уже все ясно, все понятно. Вот по отражёнке можно увидеть. Вот здесь, здесь, на стоечках. Кое-где-то что-то еще, как говорится, пооставались. Ну, это можно, как говорится, стойку тут не разбирать, не собирать. Вот, можно как бы и потом доделать. Ну, остается капот поставить. Там у нас три вмятины таких вредных. И осталась вот вмятина. Я просто-напросто хочу поэкспериментировать вот здесь, поработать именно на этой вмятине этим модным приборчиком индукционным и посмотреть. Ну вот, вот я тут снял, как говорится, блик вот здесь. Я ж помню, где какие косячки были на машине. Вот здесь вот маленький брючок, вот он есть. Тут мятинка такая есть небольшая. Ну а тут по крыше уже видно и так, что как бы все нормально. Вот. За исключением, я же еще говорю, я вот эту вмятину, она острая, такая довольно. Я хочу с ней поиграться вот этим Т-хотбоксом индукционным. Посмотрим, как он себя покажет. Во-первых, тут двойной металл, но клеем это долго, нудно. И опять же, у нее острая донышко. Неприятная вмятина. Ну, можно, конечно, сделать, но я хочу просто-напросто поиграться этим приборчиком модным. Вот и все. Точно так же, как и на капоте, там три вмятины вот злосчастные. Тоже они как острые, противные, и с ними надо повозиться. Вот я оставил там три вмятины, но они доделанные, скажем, на 70%, тоже с острым дном. И вот это четвертое. А остальное все уже. Ну, кто понимает, вот, тот поймет и увидит. Вот в двух лампах и вдоль, и поперек, как говорится. Вот. Мы видим вот остатки. Вот здесь было очень как бы хорошо побито
Это заводское. Вот. Уже я даже научился снимать, когда мне надо. Ну вот эту вот панельку побило очень хорошо. Ну тут оно светом заливает немножко. Хотя тоже можно снять. Вот. Ну, побило и побило, ничего страшного. Основное уже сделано, по машине видно и не скажешь, что она градом побитая, покоцанная вся. Вот. Да, отдельные, как говорится, моменты бывают, но так, как говорится, особо придраться не к чему. Ну, вот как-то так.